Покажи контрамарочку. Далее опера. Черевички. По Гоголю. Мистическая комедия. Как там мистическая? Сказочная. Чего-то там феерия. Ой, какие эскизы. Ух ты, как там здорово. Ой, мы сейчас сюда пойдем сладости потреблять. Здесь такой зал. За окном. Смотрите, какие сталактиты. Красиво. Что-то там еще есть. Я не знаю, что комментировать. Я вам просто покажу. Там убранство в восточном стиле. Марокканский какой-то стиль. Видите, какие стены. Пойдем есть шоколадки. Как без шоколада ходит в оперу? Вот сюда мы сейчас придем. Ой, так вкусно! Ой, так вкусно! Блин, венчику выпьем. Смотрите, какая тут колоритная крыша. Смотрите, сколько тут всего многоуровневого. В Питере этим никого не удивишь, всякими этими колодцами. Но я буду снимать. Снежки. Что подает нынче в операх? Все такое колорит. А где коньяк? Чай с ромашкой. Чай с ромашкой. 400 рублей за бутерброд. Нас, между прочим, заставили надеть маску и сфотали в маске. Что за кошмар? Нам дали горячий шоколад и сказали обязательно его разрешать. Обязательно. А то не сказали, что. Наше угощение. Мальчик сидит и мешает шоколад. Я всегда пыталась понять, шоколад и какао – это одно и то же или нет. Скажите, кто знает. На бутерброд нам не хватило, но на шоколадку. Тут все видно. Я думала, что вот эта галерка, это знаешь, где идет, ну там
подставные лампочки. Что это у нас? Очень хорошие места. Партер. Раз, два, три, четыре, пятый ряд. Слышите, разыгрываются музыканты в оркестровой яме.